Так, юбочка у нас, да? То есть мы вот так сейчас, смотри, будем вышкрябать. Ах, горячий. Это юбочка у нашего ангела. Еще горячая. Донышко пока подрежем. Кто воду мало макал? Потому что если она слишком горячая, плохо будет резаться. Не нравится мне. Так. Так, вот только я не помню, как там голова и прическа. Ладно, сейчас решим. Юбочка есть. Так, крылышки. Крылышки мы берем ножик и... Я поняла тебе. Кто-то не доходил. Не знаю, как там. А вы их вниз подогните? А ну. Можно вот так, как платьице, да? И нам надо вверху сделать этот головку. Я вот так сделаю. О, какой сложный круг. Похоже, да? А смотри, мы нимб сделаем по-другому. Мы отсюда возьмем элемент, скрутим его спиралькой и сделаем. Ой. Вот так вот лучше, да? Сейчас мы отсюда сделаем. Вообще еще бусинки и можно блестками засыпать. Вот красиво. Ну, похоже на ангела, да? Да. Знаете, чтобы у нас было двухстороннее, мы вот этот момент... Сейчас еще... Не знаю, это уже так, выдумка пошла. Наш любимый цветочек. Импровизация. Импровизация на чупа-чупсике. Но здесь придется повторить. Одно вынимаем. Можно нашему цветочку сделать эти листочки. Не вышло. Так, секунду. Затвердевает, что надо делать быстро. Сейчас мы бантик сделаем. Наверное. А может и не сделаем. А из этой... Ну, чтобы симметричный рисунок получился. Все, затвердевает уже, ломается. Чтобы она была круговая. Здесь такие петельки. Красота. Здесь у нас ангелочек. Все готово. Угу.